Ему 13, а он уже причастен к большому делу – сбору гуманитарной помощи для наших бойцов в зоне специальной военной операции. Отец Тимура Евлоева вместе с товарищами из сообщества пограничников готовили автомобиль УАЗ для отправки в зону СВО. А Тимур, который часто проводит время с папой, не мог остаться в стороне. Юноша изготовил более 50 блиндажных свечей, а также наличные скопленные средства с пенсии по инвалидности закупил медикаменты и сладкие подарки для бойцов в зоне спецоперации. Ребенок услышал, подошел к нам с мужем, спросил, могу ли я потратить свою пенсию, которую вот он собирал, на то, чтобы отправить, говорит, посылки туда, на СВО. Мы, конечно, не отказываем ребенку в этом, потому что у него, ну, ограничения есть по здоровью, да, и очень мало он находится в обществе. Поэтому таким способом он как бы компенсирует вот этот вот нехватку вот этого внимания и общения, как бы старается везде быть полезным. У папы брат тоже на СВО. Я решил сделать, чтобы, может, ему там поддержать, чтобы им было тепло, чтобы знали, что их никто не забывает. Пограничники отмечают, поступок Тимура достоин уважения и в знак благодарности подарили ему форму своего подразделения.